Всем доброго дня. Завтрак в отеле Royal Holiday Palace. Вот сами посмотрите, какой здесь представлен завтрак и что здесь можно поесть. Ну, здесь салаты, зелень, перец, сыры. Сегодня выбор побольше. Вчера вообще был выбор такой средненький. Там жарят омлет. Здесь у нас овощи можно нарезать самим. Какие-то сэндвичи. Рыба, закуска, там жарит омлет, суджук, здесь сосиски с зеленым перцем, картошка фри, сэндвичи, французские тосты, яичницу тут жарят. Омлет с суджуком, без винета. Сыр, жареные оладьи, хлопья, фисташки, семиты, круассаны. В общем, выбор есть. Масло, паста. Здесь тоже булочки разные. Выпечка. Есть молоко. Шоколадный коктейль, баночки две стоят, детское питание, хлопья, варенье, мед, мед суток, халва, каймак, разные варенья, грецкие орехи. Йогурт в баночке. Вот такой вот. И там фрукты по сезону. Арбузы только, клубники нету. Абрикосов, персиков нету, черешни нету. Только арбузы, киви нарезаны. И фрукты по сезону. Еще оливки. Выбор есть, голодными не останетесь. Выбор есть, оливки. Такой стол огромный. Хлопья детские для деток разные. Овсянка, хлопья, изюм, здесь выпечка, яйцо, помидоры с сыром, сосиски. Такой обзор завтрака в отеле Royal Holiday Palace. Всем удачного дня, до свидания.